room, my world's so bright. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Это начало появляться в мои 5 лет. Доча, пора тебе выучить азбуку. Скажи «а». Катя, иди сюда. Что случилось, милый? Кажется, Настя немая. Бегом в больницу. Больница. К сожалению, ваша дочь немая. Спустя 11 лет, Насте 16 лет. Утро, 6:34. Доча, вставай. В школе. Ой, смотрите, кто идет, наша немая. Такую, как ты, никто не полюбит. От кого это мы бежим так быстро? Неужели опять от Ани и Кати? Ладно, иди в класс, я тебя догоню. А я пока подожду этих двоих здесь. Как вам не стыдно унижать людей за то, что они не виноваты? Но вы просто две тупые мрази. После урока. На крыше после урока. Данил. Куда это она? Тем временем у Насти. Закрыто. Опять Аня и Катя что-то задумали. В то же время у Насти. Ну, привет, Настя. Сейчас я отомщу тебе. За все. У Данила. Надо к доктору срочно. Беги к врачу, я тебя догоню. Только попробуй еще раз подойти к Насте близко, и ты попадешь к директору в кабинет. У врача. Ну, вроде ничего серьезного не вижу. Сейчас обработаем и повязкой закроем. На следующий день. О, Настя. Эй, Настя, привет. Привет еще раз. Я люблю сюда приходить, ведь когда-то я был маленьким, мы с папой и с мамой сюда кто приходили. Но сейчас они до меня. Куда ты меня ведешь? Хорошо, в какой ты магазин хочешь? В магазине одежды. Слишком мило. Слишком открыто. Спустя 20 минут. Все, берем. Это пофигу уже. На следующий день.
Доча, постой, пожалуйста. У тебя будет сестренка или братик. Понедельник. Утро. После уроков на остановке. Настя, вставай, автобус приехал. Дома у Насти. Ну вот уже и твой дом. Ладно, я пошел домой. Спустя 2 часа. Настя, тебе плохо? Нет, Настя. Доктора говорили, что у Насти не одна болезнь, а еще одна. Но они не могли понять, что это за болезнь. Через пару дней у Данила. Алло. Здравствуй, Данил. Это мама Настя. Здравствуйте, слушаю вас. К сожалению, Настя попала в больницу. Спустя 2 года Настя не просыпалась. И мой отец меня продал. Он поженил меня по расчету. А это фото с нашей свадьбы. И теперь я живу с этой мерзкой девчонкой. Чего ты теперь хочешь попросить? Милый, недавно вышло новое ожерелье. И оно красивее этого. Я тебе на прошлой неделе покупал это дорогое украшение. Ну пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ой, ну хорошо. Спасибо, котик. Спустя неделю. Привет, котик. Привет, котик. А, ну да. Что тебе купить? Погоди. Алло. Данил, это мама Настя. Да, слушаю. Ее выписали? Мы разводимся. Спустя 2 недели. Данил помог Насте закончить школу. И однажды днем... Настя, постой, пожалуйста. Я хотел спросить, ты будешь моей девушкой? Но не всегда бывает хороший конец. Однажды днем... Конец.